Чувствую себя хорошо, болезнь прошла практически бессимптомно, там несколько дней была небольшая температура. После двухнедельного карантина прошел обследование, получил допуск к тренировочному процессу, разрешение от докторов. Несколько дней тренировался по индивидуальной программе, и вот сегодня провел первую тренировку с командой. Конечно, пока тяжеловато, потому что после двух недель на карантине, когда ты не можешь двигаться, заниматься, чуть сложно возвращаться, но есть время, и как бы мы используем его грамотно, так что все хорошо. Очень хорошая команда, особенно они играют дома. Конечно, на нашей стороне сыграет то, что у них есть ограничения, они будут играть без болельщиков. Нам нужно вернуться на наш путь после поражения от Альбы. Тот матч мы проанализировали, сделали работу над ошибками. Едем в Белград, чтобы исправлять наше поражение и исправлять наше турнирное положение. Я думаю, Тейлор не нуждается в представлении, его знают все в Евролиге, он очень опасный, но мы не знаем, в каком он сейчас состоянии. Я думаю, навряд ли, что он сразу будет играть 30 минут. У них есть много других игроков, которых мы разобрали, их сильные и слабые стороны, и поэтому будем стараться выполнять наш план на игру и одержать победу. Well, I mean, Zvezda is a new team, and it's a team that shows a lot of interest on playing on aggressivity, full court, pick it up and play full court pressing. Actually, their ambitions are already confirmed by the fact that they keep signing players and try to make the team even stronger and stronger with experienced players that they have played EuroLeague and also some others that they have played in Europe, but also in the United States. So it will be a difficult task for us. What we are right now is that we practice with a lot of obstacles. We had players in and out, but this is what it is, I guess, in these circumstances. We would love to have everybody around so we can build the chemistry which is required. But right now, as I many times said, it's very important who we have, and who we have, they're ready to go over there and give a fight. We know that this is going to be tough, and we're ready to go and give our fights.